В рамках проекта «Доступная среда» в Чебоксарах проводится кладка тактильной плитки на подходах к пешеходным переходам и остановочных павильонах для слабовидящих горожан. Работа по монтажу началась в конце прошлого года и продолжается в этом. Подпрограмма рассчитана до 2016 года. Укладка тактильной плитки – новый для столицы республики вид работ. Монтаж производится в первую очередь по маршрутам движения слабовидящих граждан вблизи социальных объектов. Для этих целей из бюджета выделено более 27 миллионов рублей. В настоящее время укладка тактильной плитки идет на остановках общественного транспорта по улицам Университетская, Гагарина, Калинина, Николаева, проспекту Ленина и Президентскому бульвару. Всего планируется адаптировать 58 остановочных площадок и 172 подхода к пешеходным переходам.